Упорный труд и постоянная работа над собой. Секрет успеха очень прост. Первый в Дагестане трехкратный чемпион мира по боксу Магомед Расулмеджидов ответил на вопросы представителей СМИ. Пресс-конференция спортсмена и его тренера прошла сегодня на площадке «Риа Дагестан». В начале сентября 30-летний боксер Магомед Расулмеджидов в третий раз за свою карьеру завоевал золото чемпионата мира в немецком Гамбурге. Дагестанский боксер уже 8 лет представляет Азербайджан. К соревнованиям он подошел не в самой лучшей форме, провел 5 боев. В финале уроженец села Урхучимахи Акушинского района не оставил шансов казаху Камшибеку Кункабаеву, а до этого также уверенно превзошел оппонентов из Индии, Иордании, Австралии и Франции. Подготовка тоже не такая, как хотелось бы. Это 70%, наверное, подготовки у меня было. Ну, этот чемпионат тоже довольно тяжелый был, как и все, и предыдущие тоже. Я считаю, несколько боев он уже за то, что полноценной подготовки не было, за счет характера он вытащил несколько боев, где там спорные моменты были, он за счет характера вытащил несколько боев, и Всевышний помог. Вот так. Хотя я считаю, что на Олимпийских играх он был на 100% готов, а там из-за травмы не смог на Олимпиаду выиграть. В коллекции наград Меджидова недостает лишь олимпийского золота. В любительском боксе спортсмен выиграл практически все. Но своего последнего слова он еще не сказал, поэтому переходить в профессионалы пока не торопится. Руководство Азербайджана тоже, да, я тоже просит, чтобы не переходил. Пока профессионал до Олимпийских игр, они хотят, чтобы я олимпийским чемпионом стал. Я думаю, до Олимпиады я потерплю и постараюсь в Токио выступить на Олимпиаде и там выиграть. Вспоминая первые шаги спортсмена, его наставник отмечает трудолюбие и стремление побеждать. Магомед Расул пришел в бокс в 19-летнем возрасте, но проявив усердие, добился больших результатов. Бывают некоторые бойцы после тяжелых боев, после пропущенных ударов уже не хотят дальше, уже надоедает. Поэтому так не угадать невозможно. Магомед Расул очень тяжелые бои, у него все время легких боев не бывало. Просто за счет желания, за счет характера нужно каждый раз находить себе в силу зал проходить и трудиться. Безусловно, Меджидов уже вписал свое имя в историю. Он стал первым трехкратным чемпионом мира из Дагестана. Спортсмена со всеми почестями встречали как в соседнем Азербайджане, так и здесь, на родине. Мэр Махачкалы уже пообещал чемпиону квартиру. Да, президент Азербайджана и поздравил, и он назначил стипендию как олимпийскому чемпиону. Как равный олимпийскому чемпиону, он у них свой стандарт есть и назначил. Сейчас, когда я уже трехкратным стал, и когда один раз, первый раз даже чемпионом мира стал, уже все знали, ко мне отношение всегда хорошее, теплое было. Всегда уважение хорошее. И народ узнавал, и руководство, все уважение очень даже хорошее. В планах у Меджидова заслуженный отдых. Затем начнется подготовка к новым стартам. Курбан Рагимов, Гелач Курбаналиев, телеканал ННТ, Махачкала.